Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с вами поиграем в клёвый хоррор. Говорят, реально можно хорошо так обосраться. Вот, мне порекомендовали подписчики его после того, как я игру про клоунов там снимал, и сказали, что это намного страшнее. Вот, так что, ребят, запасайтесь памперсами, я не знаю, чем там еще. И называется игрушка «Оно. Кошмар из прошлого». То есть, может, и по старому фильму сделано, но не знаю, какой здесь сюжет. Курсор такой еще в виде носика. Давайте, начинаем. Новая игра. Предупреждение. Эта игра содержит сцены, которые могут вас испугать. Игра не предназначена для детей младше 16, и автор игры не рекомендует играть в нее детям и людям с ослабленным здоровьем. Я, конечно, надеюсь, что здесь не будет много всяких шуток про мамок. А то в новом фильме это просто капец. Ну, прям перебор. Кто-то нам позвонил и постучал. В час ночи! Ну, почти в два. Час 37, блин, капец, кто там? Кто там? Пойдем посмотрим. Нажмите Е или правую кнопку мыши, чтобы открыть дверь. Да. Твою мать. Блин, ну я уже немножечко щекотятся нервишки. Такое интересное, да, чувство. Блин, давно я себе не щекотал нервы. Да. Сентябрь? Типа седьмое? Такой клоун изображен. Черт, я не особо люблю уже клоунов. О, о, нифига себе! Тут можно взаимодействовать! Черт, что это? Что это за пицца? Засранец! Я тоже хочу пиццу покушать! Там Маргарита вроде была. Ну такая, как бы, мяса там нет, но, блин, помидорки, сырок. Черт! Ох, сгущеночка, молоко! Черт, кофе растворимый. Ну да, реально от русских разработчиков. Так, нож... ножик ему? Я могу ножик взять? Черт, в начале игры это как-то немножечко странно. Холодильник. То есть мы уже, наверное, будем с кем-то драться. То есть, видите, я могу тыкать. Сырочек. Фрукт. Блин, нифига, какие-то дошики у него тут. Ну кто же, сука, дошик-то, блядь, в холодильник-то сует? А это же эти сухарики, как они? Блин, забыл. А, забыл, ребята, забыл. Напишите, блин. Хотя, ладно, может не писать. В принципе, не так, это уж важно. Хотя, вдруг у меня смысл жизни. Ни хрена себе у него нормальные. Адидас, что ли, клево? Кроссовочки. Так, что у нас тут? Телефон. Я могу позвонить, смотрите. 666. О, это мне не нравится. 3794. Давайте сначала сюда еще сходим. Там кто у нас? Сука, в ванной! На! Ненавижу клоунов. Блин, а можно как-то немножечко поярче? Блин, нет, настроек тут нет, но зато есть прикольный. Как на носик нажимаешь клоуну. Это круто, очень круто. Да, я могу позвонить, используйте нампад, чтобы набрать номер. Так, 379, нифига, реально набирается, 4108. Не, клевая игра, ребята, все равно уже клевая. Прикольно. В смысле, он недоступен, а... 666, ну, или 999. Ну-ка, 666. Сейчас какой-нибудь дьявол там возьмет трубку. Эй, он... Стоп, это что за... Что за херня происходит? И он сбросил трубку. А ну-ка, если 666-3... А! А ну-ка, 777. Такого номера нет. То есть, блин, это капец. Так, что это такое? Какая-то газетка. Ну-ка, могу я в глазок-то посмотреть? Нет, не могу. Блин, может, не стоит из квартиры-то выходить, чувак? Притом с ножом еще. Не, ну я как бы чувствую уже, да, это...
русская душа выходит с ножом, значит, сука, кто там позвонил, блядь? Кто меня разбудил? Мне завтра, блядь, на работу! К 7 часам! Сука, кто такой? Кто такой? Сейчас закалю! Блядское говно! Ух ты, нихрена себе! Тут кто-то умер. 59-е. Ладно. Не могу порезать, типа. Порезал и типа пошел. Нет, так нельзя. Окей. То есть нам сюда. Блин, чувак, ну ты серьезно? О, лифт. Че там пропала собака? Фокстерьер, гладкошерстный, кобель, белый, коричневый, окрас, есть клеймо. О! Другое дело. Первый. Сейчас начнут пугать нас или что-нибудь такое. Ну ладно, у меня нож есть. Так, чё так? Чё с лифтярой? Погодите, мы, значит, на 9-м. Могу я на 8-й? На 7-й? На 6-й? На 6-й могу. Или он сам закрывает двери? 6-й. О! Да твою мать, да что это такое? 5-й, 4-й, 3-й, 2-й. Сука, как в России, блядь, даже лифт не работает. Чё за говно? Что за дерьмо? Блин, чё, пешком придется, что ли? Ну, блин. Пиво? Пивча... Господи, жигульчик, что ли? Чё это такое? Чё за херня происходит? Загрузка. И там велосипед. Это же этот. Я хочу сыграть в игру пила. Так, ну первый уровень такой неплохой, да. Какой-то пидор, значит, меня поднял в 2 часа ночи. А могу назад, да, пройти? Нет, не, уже назад не могу. Все. 2 часа ночи. Меня кто-то разбудил, какой-то ублюдок. Сейчас мы пойдем и будем его кромсать. Да, что это такое? Бутылка, ну да, да. Каких гопников еще найдем. Так, можем сюда пойти? О, сюда мы можем пойти. Опа! И не удалось установить причину пожара. Предполагается, что возгорание могло возникнуть по причине короткого замыкания в электропроводке на верхних этажах здания восточного крыла среди погибших работников клиники и пациентов. В настоящей психиатрической больнице частично ремонт. Чего? Так. О, блядь! Это что такое? Гномы какие-то блядские тут! Велик. Ебать, вы умеете пугать, а? Слышь! Блять, не подходи, у меня нож! Блядский клоун, а! Ну чё, можно сесть на неё, не? Не, нельзя. Вот тут вот играет. О, собачка! Дынь-дынь! Блять, я тоже разбужу, чтобы не мне только было страшно. Открывай! Ладно, ладно, пёся, не ссы. Простите, что потревожил вас. Не, ну на утро нас точно это заберут в психиатрическую больницу. Он ночью ходит с ножом, размахивает, еще всем звонит. Так, что это такое? Понятно, акции по дикой из пятерочки. Здрасте. Здрасте. Чё за игра такая, блин? Что двери не открываются нигде? Блин, не нравится мне это. Ну ладно, пойдем дальше. Окей. Хреново. Хреново, ребятки. Ах, блять, мурашки у меня все равно пошли. Какого-то хера. Чё, все что ли? Все этажи? Ну, значит, тут нас точно примут гости. Дорогие! А, тут, смотрите, тут лифт работает. Типа. Работает. Здрасте. Чё тут ни хрена не видно.
Не нравится мне это. О, что-то там есть. Ух, по ключики. И чё? Чё за ключи? Кто-то потерял ключи. Вероятно, они от одной квартиры на этих этажах. На этих этажах? Не, на этих этажах я не хочу. Пойдем обратно. Пойдем обратно. Не, клоун меня не напугает, ребят. Меня не напугает клоун, черт. Это я как видел пародию, короче, на оно. Типа, хуй ты меня напугаешь, я живу в России. Типа, у меня ипотека, у меня дети и так далее. Тому подобное. Вот то же самое, ребят. Че он нас напугает-то? Ну, из этой собачка! Гав-гав! Интересно, из какой квартиры? Черт, я уже в туалет захотел, если честно. Черт. Хреново это. Особенно если напугать меня. Не-не-не-не, все, я в туалет. Так, ну может это? Ну может это? О! Ну слава богу, 52-я! Ребят! Здрасте! Вы не пугаетесь, вы не пугаетесь! Просто меня кто-то напугал, непонятно кто. Кубик Рубик, нормально. Кроэфир! О, СМС, ебать. Флешечка там. Чё там за флешка-то? Непонятненько. Да, ух ты, ВК! В прошлые выходные пробовал в заброшенной больнице, было жутко. Чувак, серьезно? Давай посмотрим. Фотография одна... Блин, прикольно, ВК! Слушайте, игра-то... А, не, старый дизайн. Вроде старый, да. Жук был жутковатый. Я могу, типа, вот так вот сделать. На верхних этажах когда-то был сильный пожар. Клоун. Великолепный, великолепный. А в одной из комнат нашел странную игрушку. Интернет-коннекшн! Проблема! Что-то пошло не так! Прокси-сервера! Твою мать, кто-то отрубил! Блядский клоун! Ты сука! Ты меня выключил! Ублюдок! Сейчас еще что-нибудь посмотрим. Ну-ка, что там? Привет! Не могу до тебя дозвониться! Уже второй день! Куда ты пропал? Перезвони мне! Новое сообщение от Алексея. Перезвонить? Ща перезвоним. Алексей, не ссы. Ой, как замечательно-то, а? А где игрушечка? А? Куда она сбежала? Что это за игрушки такие блядские, а? Сука, иди сюда, я тебя еще порву! Давай, давай! А! Ах ты, ублюдок, давай сюда! Очень, очень страшно. Бегает маленький клоун, значит. Че это такое? Ой, у меня щелкнуло что-то. Так. Ну-ка, ну-ка. Давай, подходи, подходи. Давай. Ага, лифт, лифтера. Ну давай. Давай. Что за... Ну, показалось, показалось, короче, ребят. Или не показалось? Нет. Так, загрузка, след... Ну, пока нас, знаете, не особо пугают, я бы сказал так. Не особо пугают меня клоуны. Особенно и... Великолепно. Просто... Просто вылетел. Так, чё, приехали? 12 этаж, блин, я думал, мы все ниже и ниже будем. Так, ну, это закрыто. Понятно. В квартирку нам надо еще какую-то попасть. Так, ну давайте пойдем смотреть. Значит, кто-то должен нам либо открыть, либо... Как-то странно, да? Тут написано 50, вроде 50, да? Смотрите, 50, подходишь, 82. Вот это что за хрень? Как-то это немножечко странно. 80. А, типа отзеркаливает, что ли? Не, бред какой-то. Так, ладно. Не-не-не, там же 80-я, там 82-я. Я думал, типа, как-то баг какой-то. Ну, не знаю. Так, и красная. Я тоже хочу такой звонок. Бим-бим-бим, бим-бим-бим, открывай. Прикольно. Не, я тебя сейчас это...
Заебу, я уже понял, кто меня мучает. Блядский клоун. Открывай. Уэээ. Вот я как называю. Слышь! А вот что-то нормально. Играет он со мной, а. Ну-ка. А, мурашечки-то пошли, ребята. Ну я же видел там что-то это. А. Оу. Понятненько. Ребят, у вас что-то тут проблем какие-то. Что-то страшные люди, видимо, тут живут. Раз даже изображение свое выбивают. Что написано? До недавнего времени я был уверен, что тот жуткий кошмар навсегда остался в далеком прошлом. И никогда не вернется ко мне вновь, но, кажется, я ошибался. В детстве я видел много странных вещей, которые другие не замечали. Это очень тревожило моих родителей, и они отправили меня на обследование в психиатрическую клинику. Доктора не нашли каких-либо отклонений, и через несколько дней, а точнее недель, я должен был вернуться домой. За это время случилось то, что перевернуло всю мою жизнь. Ой, бля! Клоун-то подрос! Вы видели, да? Вот он... Так, погоди, погоди, вот эти пульки я бы забрал. Таблеточки какие-то, типа успокоительные, все дела. Так, а могу я сюда? Я сюда не могу. Ладно. Так, клоуняра. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, сука, не открывают. Ну, такая прикольная красная дверь, такое чувство, что... Реально сейчас откроют дверь, но... Хрен там. А... Ну, что-то скримеров здесь... От, блядь! Та-т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 а. Это я так, ребята, это я... Специально, специально, конечно. Испугался, конечно, меня такое не пугает. Меня такое не пугает никогда. Ой, как замечательно. Телевизор какой хороший. Что там? Ну, что, не показывает-то ничего. Детский телевизор, а? Все, успокоился. Так, и вот мы еще раз спустились. Ну, сюда можно. Так, опять же лифт имеется. Ладно, погнали. Погнали. Сейчас опять загрузка будет. Ах, хороший кухонный нож все-таки, а. Хоть бы он не сломался. На эти китайские ножи. О, блядь! Чё такое? Вот это вот страх! Вот это, ребята, страх! Потому что у меня был страх застрять в лифте. Сколько там, я не помню, с детства, короче. Сука, клоун, это ты? Пугает меня. Открывай! Блядь! Да, вот это вот реально страшно. Ну как? Это чё за... Это что так? Ой, блин. Так. Это было смешно. Сохранить, завершить. Ты серьезно, завершить? А, бля! Хуя он на меня посмотрел-то. Сохранить. Ведь... Ты ублюдок маленький. Капец какой-то. Блин, ублюдок гребаный. Мы чё, в больнице оказались, типа? Так, ладно, сохранить. Ну, вперед. Давай, открываю дверь. Милости прошу. Ну вот, вот про этот страх, действительно, вот я, в общем, сейчас расскажу. До 12 лет
Я вообще в лифтах, я вообще не хотел туда заходить. Ну реально, вот страшно. А вдруг реально оборвется или что-нибудь такое? Ну потом уже мама сказала, ты чё, долбоёб? Типа, ну-ка быстро, бегом. Потому что я постоянно, блин, пешочком. Так бы, прикинь, сейчас мне, получается, 22 года, я бы боялся вот так вот ужасно лифтов и... Зато, блин, пучка бы не было, я бы каждый день, а я же на седьмом живу, поэтому, сами понимаете, В, что это такое? Или М, метро, выход. Блин, темно, сука, ничего не видно. Выход, ну чё? Не, на выход хрен меня. Так, и смотрите, у меня какая-то полосочка появилась. Непонятно, что за полоска, типа, не знаю, температура, что ли? W, Welcome. Типа, добро пожаловать. Спасибо. Спасибо, однако. Здорово. Какого хера он меня в психиатрическую больничку-то, блин, засувал-то, а? Гребаный клоун. Так, что у нас там? Могу прочитать? Почитать-то на ночь. Этой ночью за долгое время я не видел своих привычных кошмаров. Но произошло кое-что более пугающее, чем просто страшные сны. Я проснулся посреди ночи от странного шума за дверью. Сначала даже подумалось, что, быть может, все это еще сон за моей дверью. Где-то неподалеку в коридоре я услышал частые шаги, словно совсем детские. Объятым ужасом и боясь пошевелиться, я еще долго не мог заснуть, все выслушиваясь звук этих странных шагов. 99-й год. Нормально, нормально. О, у меня фонарик появился. А... Это шарик? Враги не заметят тебя, если выключить фонарь. Какие враги? Шарик. Еще шарик. Как много шариков. У нас праздник? Уэээ! Дядя, дядя. Гармошка. Клево. О, это же это! Он сейчас напугает. О, картинка изменилась. Пам-па-пам-па-па-пам-па-пам. А, бля! Ты че пугаешь-то так, сука? На пианино можно сыграть. Так, все, я выхожу из отсюда. Я, блядь, хочу выйти отсюда, ребята! Можно выйти! Пожалуйста! Сука. Куда мне идти-то? Страшно. Мурашки, 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 мурашки. Так. А, я знаю, 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 ребята, там было. Вот сюда вот мы можем пройти. Так. Выйти из сумрака. Блин, кстати, что это за фильм? Я забыл уже, ребят, выйти из сумрака. Как же он? Дозор как-то, блин, какой прикольный так-то был фильм. Так, по сортирам полазим. Шарик еще один. О, мне таблеточки бы успокоительно принять, да. Фу, нормально, ща... Ёб твою мать, нажмите для прыжка. Так, XXX. Трикса. Давно я не видел Трикса. Ну, как давно? Перед записью, естественно. Вы поняли, поняли. Дрочим, 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 как говорится. Так, ну это, конечно, здорово. То есть нам нужно... Блин, у меня ни кувалды, у меня ни ножа. Вообще ни хрена нету. Душевая. Душевая закрыта. Дверь заперта, нужен ключ. А, найдем. Тут знаете, что мне кажется? Надо найти, короче, нож и вот эти вот шарики полопать. По-любому там будет ключ, что-нибудь такое. Так. О, господи, на сортире. Давай.
За последнюю неделю три пациента совершили самоубийство. Сегодня утром я видел, как выносили тело из соседней палаты. Я знаю, что виной всему это та игрушка. Ее принес с собой один из недавних поступивших сюда больных, который был первым из этих трех погибших. Никто не замечает ничего странного, что я вижу в этой кукле таинственное, что-то злое. Что-то злое. Что там такое? О, фотик в сортире. Ну, это ж норма. Эти не открываются. Так. Ой, бля. Что такое? Свет. Пам-пам-пам-пам-пам. Дядя Клоун, вы тут? Дядя Клоун! Выходи! Выходи, ублюдок. Я тебя ненавижу. Всей душой. Я готов тебя порвать. Разорвать. Чего, чего? А, блядь! Что это? Ладно, ладно, все, все. Что? Ой, блин. Ой, не-не-не. Да ладно! Да ладно, с этого момента? Блин. Блин, это капец не весело. То есть я должен проходить весь уровень заново, а сохраняться... Это круто. Это, конечно, очень круто, ребята. То, что они так придумали. Просто капец. Ну-ка, сейчас посмотрим, может, мы все-таки не с самого начала-то начнем. Блин, с самого начала, зараза. Ладно, ребят, на этом мы пока что, наверное, закончим. Ну, такой хоррор, конечно. Блин. Клоун, капец. То есть нам придется так выживать в этой игре. Ну, раз взял все, значит, закончим обязательно. А если вам понравилась игра, обязательно ставьте лайк. На этом все. Бай-бай, дорогие друзья.